пожаловать на мой канал. Сейчас утро, 10 часов утра, я ожидаю своего супруга с работы. Буду готовить завтрак и предлагаю вам приготовить его вместе со мной. А на завтрак у нас сегодня будут сырники. Для приготовления сырников нам понадобятся следующие продукты. 0,5 кг творога, 1,5 стакана муки, 3-4 столовых ложки сахара, 2 яйца, пакетик ванильного сахара и разрыхлитель. Еще необходимо будет подсолнечное масло для обжарки сырников. Берем творог и помещаем в мисочку. Добавляем 2 яйца. Добавляем сахар. Ванилин. И разрыхлитель. Тщательно перемешиваем. К полученной массе добавляем муку. Добавляем постепенно и смотрим по консистенции, чтобы не сильно тесто было забито мукой, для того чтобы наши сырники были воздушными. Они, тесто не должно быть сильно густое. Начинаем формировать наши сырники. Берем немного теста, делаем колобок, немножечко приплюснем. Блюдо очень легкое в приготовлении, набор продуктов. Я думаю, есть у каждой хозяйки, поэтому это такой вариант, быстрый, для того, чтобы приготовить завтрак, быстро, вкусно, сытно. До того, как мой супруг приехал в Беларусь впервые, он никогда не пробовал это простое блюдо. Когда он попробовал, ему очень понравилось, и вот очень, и сейчас очень часто он меня просит, чтобы я приготовила ему, как он говорит, сырник. Ну а для нас, для девочек, чем проще, тем лучше. Как я уже сказала, рецепт очень простой. Минимум
временных затрат. Готово. Сейчас мы разогреваем сковородку и начинаем обжаривать. Разогреваем сковородку и наливаем в нее подсолнечное масло. Затем берем наши сырнички и выкладываем. Огонек делаем небольшой, чтобы наши сырники не подгорели, а постепенно еще и готовились внутри. Не были сырыми. Аромат необыкновенный, во всей кухне распространится. Любимая доченька очень любит, как я делаю сырники и блинчики. Так, посмотрите. Какие пышные. А завтракать сегодня мы будем на балконе. Несмотря на то, что на улице очень жаркая погода, на балконе очень комфортно. Продувает легкий прохладный ветерок, и посмотрите, какая красота кругом. А сырники сегодня мы будем кушать с шоколадом, с вишневым вареньем, с медом и йогуртом. Ну а я со всеми прощаюсь. До новой встречи на канале «Новая жизнь Гюнюль в Анталии». Я желаю всем всего самого доброго и самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.